Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Рада, что вы открыли это видео. И хочу сразу объяснить о том, куда я пропала. У нас был отпуск. Плюс ко всему у нас до отпуска в гостях была мама. И я еще отлучала ребенка от груди. Поэтому получилось так, что я бывала мало дома. Плюс ко всему еще и мама мне помогала с домашними делами. Поэтому я ничего не снимала. Начинаю я видео с переделки ремешка на моем рюкзачке. Вы видели, когда я делала заказ на Shein, это была одна из моих покупок, но мне не нравился ремешок, и я решила немного его переделать. Для этой переделки мне понадобились ножницы, двухсторонний скотч и нитка. У меня была нитка для вязания крючком. Цвет так совпал, что у меня именно такой цвет был дома, я не покупала ее. Я сделала крючком косичку длинную, по длине я не могу сказать, сколько уйдет у меня, поэтому я сделала чуть подлиннее, но то, что осталось, я распустила и снова поставила ее в колобочек. Это, конечно, никакой не мастер-класс, просто подделка своими руками, знаете, так бюджетно преобразила то, что мне не нравится. Вот вы видите, как это получилось, и я считаю, что довольно-таки симпатично. Кадр, что вы видите в сегодняшнем видео, это я снимала в конце июля, начало августа. Вы можете посмотреть цены, к примеру, или бренды, которые у нас представлены в магазине для косметики. Здесь есть также и бюджетные серии, и есть довольно-таки дорогие. Для тех, кто из Германии, это магазин Douglas. В нем очень много выбора косметики, декоративной и уходовой, также разная парфюмерия, женская, мужская, очень много всего, из чего можно выбрать. Я давненько присматриваюсь к уходовой косметике от бренда Bioderma, но цена очень высокая, и я никак не могу решиться. Думаю, что моей первой покупкой будет какой-то увлажняющий ночной крем. Если кто-то пользуется такой косметикой, скажите мне, напишите ваш отзыв, и я, конечно, с радостью прочитаю.
Ну и перейдем к моим покупкам. В магазине Кек я купила вот такой поднос и симпатичный вот такой цветочек искусственный в горшке. Я хочу поставить в коридоре и на него поставить, разложить наши духи. Ну а в Дугласе я купила упаковку вот такую, там идет гель для душа и духи. К сожалению, я не обратила внимания, духи были намного меньше, чем флакон на витрине, пробник, который там был. Я почему-то думала, что флакон будет тоже большой, на 100-150 миллилитров, но там оказалось намного меньше. И я купила себе для лета еще вот такие духи от Carolina Herrera, но я не люблю такие запахи, больше как бы мне понравилась сама туфелька. Я ими буду пользоваться не часто и думаю, что надолго мне хватит. Ну а муж себе взял вот такую парфюмированную воду от Prada. На пробу я взяла вот такой спрей для тела Home Spa. Очень приятный у него аромат, и после душа остается очень приятная нотка свежести. Ну и как всегда, на каждую единицу товара нам дали по одному пробнику. Получается, я купила 4 штучки, и мне 4 пробника дали в подарок. Ну а это наши духи, которыми мы всегда пользуемся. У мужа из магазина DM, у меня тоже из Дугласа, у меня Лакосты. Очень нежные, прям мой запах. Я люблю такие запахи, которые не оставляют сильного шлейфа после себя. И вот идеи, которые я хотела реализовать, купив вот этот поднос. Обычно все наши парфюмы находились в ванной комнате, но это неудобно, и я вот так решила организовать наши духи. Я за август очень мало снимала. Конечно, у меня есть видео, которые я с уборкой снимала, но они уже не актуальны, как по мне, да, хотя уборка всегда актуальна, но не знаю, почему-то я их никак не могу выложить, но вот этот кусочек хочу выложить, потому что это было прямо перед отъездом. Я убрала немного перед нашей террасой, потому что очень сильно осыпаются кустики из-за того, что жара, из-за того, что засуха. Мне в каждый день приходилось поливать цветы, они очень сильно вяли, даже я, если по ведру 5 литров влила, им это было мало. Дожди не особо такие у нас были в августе, и все очень быстро засыхало. За день до отъезда я все почистила, все прибрала там, и также залила где-то 10 ведер по 5 литров, просто все затопило водичкой там, поэтому надеялась, что к нашему приезду не все прям высохнет. Мое сегодняшнее видео можно назвать «Мотивация на шопинг». Здесь я хочу вам показать еще один магазин, он называется Primark. Находится он, конечно, подальше от нас, он во Франкфурте. Туда мы ездим не часто, но когда нам предстоят большие закупки, подарки для племянников, также по сезону одежда для наших детей, то мы вот примерно получается, что раз в полгода туда ездим. Там очень много выбора одежды, также для дома всякие декорации, все необходимое для любой комнаты из дома. Магазин этот очень бюджетный, здесь нет никаких брендов, все строго по самым низким ценам. И здесь реально можно найти очень много всего красивого и хорошего. Thank you.
Мы как раз попали в период завоза, и я решила поснимать немного для вас, так как очень много всего красивого было, и я даже не успела заснять весь этот этаж, потому что очень много товаров. Конечно, мы купили одежду много, и муж не особо хотел ходить прям весь этот этаж, но я сколько успела, поснимала для вас. Одежду я не стану показывать, так как это было не для моих девчонок. Мы все отвезли в Молдавию, но хочу вам показать то, что я купила для себя, для дома. Вот такие две красивые плюшевые подушки в форме сердечка, очень нежные, очень такие приятные и прям очень красиво смотрятся в комнате. Далее я купила вот такую свечку, она была на скидке, заплатила я за нее 3 евро. Она очень большая и запах у нее просто обалденный. Вся эта продукция из летней серии, запахи также очень летние, приятные. И вот полотенце для кухни тоже из летней серии, но мне очень понравилось, я решила купить, даже если придет осень, такие вещи немного скрашивают осеннюю тоску. Также здесь в Праймарке я нашла очень красивые и очень качественные полотенца для кухни из чистого хлопка, 100% хлопок, и мне очень они понравились, я решила купить. Говорю, что расцветка, конечно, летняя, но они были очень красивые. Ну и на таких прекрасных покупках я буду с вами прощаться, желаю вам всего хорошего. Рада, что вы досмотрели это видео до конца. Также рада буду, если вы поставите лайк и напишите комментарий. До новой встречи в новом видео. Пока-пока!